Здравствуйте, здравствуйте всем. Приветствуем вас из Одессы. Сегодня в Одессе прекрасная солнечная погода. И мы выехали по делам. Сначала на рынок, потом еще. И вы с нами, да? Прогуляемся. Так, на рынке столько много машин. На рынке у нас сегодня столпотворение. Вот при въезде в промрынок, посмотрите, какое столпотворение машин еще перед въездом. Это еще мы даже не въехали на стоянку. Вот все места, запаркованы машины во всех свободных местах. Вот и на стоянке тоже море машин. Море машин. Но сейчас посмотрим, есть ли покупатели на рынке. Но как мы видим, стоянка заполнена. И вот мы заходим в начало рынка. Здесь такой пассаж. Людей немного, еще раннее утро, но магазины работают, торговля идет вовсю. Ну что, сегодня у нас вторник, да? И поэтому как бы на рынке не так много людей, но все-таки есть. На вторник самый такой свободный день, поэтому людей во вторник обычно мало, оптовиков нету. Но все равно лето, еще пляж особо не начался, поэтому многие люди, конечно, на рынке. Будем в меховый ряд. Меха, шапки. Тепленькие курточки и шубки. Очень много кожаных курточек сейчас. Что присматриваете? Какую неописуемую красоту? А вот хотим спросить цену шубок. Каких именно шубок? Это у нас из чего? Это шиншилл. Это типа бобер? Тонированный. Ну, вообще говорят на него бобром, но это, ребята, вообще это шиншилл. Вот он такой в природе, зайдите. Это шиншилл, скрещенный с кроликом. И получается мех. Ну, вообще по названию называется вообще рексом. Вот такой он. Вот такой рождается он, видите? Вот такая красота. Это жилеточка. Но его тонируют. Ясно. Тонируют разные цвета, как и норковые шубы. Норковые шубы тоже в тонировке. Какая цена такой жилеточки? Вот именно вот этой вот жилеточки $150. Ага. И ту шубку, скажите, цену. Тут их два цвета, что ли? Нет, цветов много разных. Ага. Просто у вас светлая. У нас не один магазин, поэтому мы везде раскидываем. Ага. Темная и светлая. Рукавчик три четверти. Вот такой провисит подвисает. Да. Такой свободный стиль автолейзер. Но вот эти вот и вот эти модельчики 180-170. Ага. То есть хорошая цена. Цены сейчас вообще хорошая. Абсолютно. А еще как с ребятами разговаривать, то все. Если вы по поводу что-то такой шубки, есть еще вот такая вот шубка, вот смотрите, я покажу. Есть вот такая с хвостиком норочки, тоже очень прикольная шубка. То есть вы знаете, что норка отшивается, остальное все тоже дошивается. Ну да. Есть вот такая, очень достойно смотрится, тоже очень хорошенькая. По крою красивая. Здесь укладочка идет елочкой. Угу. Очень хорошо смотрится. Почти полномерный рукавчик, и он идет с резной. Да. Он красивый. Ну и цена интересует. Вот эта эта модель уже можно 230. То есть это норочка уже, идут полосочки, но цена хорошая. Да. Цены очень хорошие. Угу. Вот такая, капюшон. От $500 и выше. Здесь метровая длина. Метр длина. Не надо, не зови. Ребята не берут, они просто смотрят.
10-метровая длина. И вот такая идет вот полосочками. Это, вот эта модель $580. $580 всего лишь на сегодняшний день. Ай, вон красивый цвет такой. Тут, конечно, не очень хорошо видно в темноте. Вот так вот. Да, 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 да. Показывать, что... Ой, вот так вот. Вот красивая такая шубка. Такой цвет беж. Беж, скажем так, да? Какая цена такой шубки? Солнышко, вот это в продаже была у нас под $1000. Сейчас, ну, под лето уже отдадим где-то за 800. Вот, пожалуйста. Вот цены. Дешевле. Да, да, да. Ну, $800 цельная, натуральная цельная, такая. Цельная, натуральная. Да, 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 хорошая. И вот еще такая же посветлее. Да, посветлее. Да, и это тоже где-то в такой цене, да? Да, то же самое. Отлично. Даже вот это я вам скажу чуть подешевле, потому что тут длина идет. А, там чуть... Да, а да, тут 90, 90, да, поэтому она чуть-чуть да, даже вот дешевле. Это где-то на $150 даже дешевле. Вот так, так что длина зависит, цена зависит от длины, да, еще. Солнышко, да. От длины и... Да, вот смотрите, вот эти короткие, да, светлые. Ага, вот коротенькие. Эти, да. Вот эти по $500 у нас. Вообще $500 такая солнышко, шубка. В продаже они $1850-$950 стоят. Супер. Это под сейчас, ну, лето. Это сейчас не сезон, после карантина вообще, да, цены бомба. Знаете, у нас вот в основном туристы тоже покупают чисто из-за этого, потому что у нас летом цены совсем другие. Так что, друзья, все едем в Одессу. Вот смотрите, в Одессе цены бросовые. Это вот метр десять длина. Да, это метр десять длина. Это стоило $1100. Сейчас $700 стоит. С ума сойти, почти. Почти наполовину, наполовину дешевле. Ой, а такая красивая, блестит, да, вообще. Черный бриллиант. Черный бриллиант прям переливается. Натуральный цвет, не крашеный. Угу, красота. Короче, выбор шуб, и, а вот светлая какая тоже вот такая красивая. Это типа орех, да? Да, это орех. Ой, красота. Просто красота. И цена какая? 600. 600? Да, друзья, вы понимаете, что сегодня цены в Одессе на рынке 7-й километр просто фантастика. Фантастика. А это красиво с переходом. Вот это, да, с переходом, это амбре называется. Амбре это на чуть дороже, я так да, думаю. Да, да, она где-то около, я вам скажу, $900 будет стоить. Так тоже вообще. Прекрасная цена. Да, так что рынок 7-й километр на сегодняшний ждем день вас ждет. И... В общем, торговаться можно. Короче, вот такая красота. Так, здесь выбор кожаных курток. Ну и такая, шубка писец. Финский писец, да? И какая цена такой шубки? $350. $350. Такой цвет. Ой, красивый такой, вообще красивый цвет пыльной розы. Сейчас актуальный, самый модный цвет. Красивый. И можно договариваться о цене. Да, ребята? А вот. Да, так что все отлично. Жилеточка красивая, такая же цвет. Просто супер. И есть еще разные цвета. А вот чернобурочка. Красиво. Сколько чернобурка такая? Тоже так же. Так же? 350, да? Да. Вообще цены отличные. Ну и еще скажите мне цены на курточки, коль от мы уже здесь. $130. От $130 кожаные курточки. Да. И до 300. И до? 300. И до 300. И цвета, размеры, и вот курточки, все косухи, есть, да, то, что сейчас модно для молодых девочек. Все супер. И вот с отделкой меховой такие вот красивые, когда попрохладнее. И такие тоненькие, на весну, даже летом вечерком можно надеть такие. И синенькие, красивые расцветки. Рыжая лисичка, жилеточка. Какая цена? $200. И зеленая норочка. Ой, какой цвет! Малахитовый, просто... Это вообще не жилеточка, а такая, как свитером. Да, это свитерочек. Ну, камера не передает цвет. Я вот хочу вот так. Ой, цвет очень красивый. Просто малахитовый такой, с перламутром. Расцветка очень красивая. И это сколько норочка? 420. Всего лишь 420. Рукавчик такой красивый. Вообще супер. И пальто. Пальто. Здесь еще такое. С воротничками. Ну и курточки.
Там мы находимся на центральном кожаном ряду. Рынок 7 километр. Здесь такая крыша от солнца защищает и от дождя. Ну и вот такой красивый ассортимент. Норки блестят, сверкают на солнце, ждут покупателей. Как вас зовут, Ирвен? Вот смотрите, у меня вот, вот эта идет лиса, но она идет в роспуске. А, еще есть роспуск, длинная есть лиса такие, в роспуск. Двухсторонние, вот видите, цветное. Ага, ага. Очень много. Вот красивый. Ну, а это вот персиковая, синяя, вообще красота. Электрик цвет, все, что хочешь. Цвет электрик. Короткие. Вот эти вот короткие уже даем по $150. По $150? Но они не совсем такие короткие, такие укороченные. Да. Но цена просто... С рукавами. Просто цены, ну, ребята, да. Цены в Одессе на 7 километре. Вот, астраган есть вот такой. Посмотрите, вот. Какая красота. Астраганы. Ой, красота. Это как типа как каракуль там, ну, сверху. Ну, оно есть, это, ага, молодой ребенок. И вот такая комбинированная двухцветная. Там их тоже несколько. Сколько такая? Ну, сейчас уже даже можно, допустим, за 350 отдать. За $350 да. Такая шубка. Так что все здесь... Пленок полно, в оливке, смотрите, с норкой. Ой, каких вон для солидной дамы красивый английский, да, воротничок, норочка. Воротничок идет норка. И здесь дубленочка, как оно называется? Ну, это идет просто, получается, дубленка идет, ага, с норкой. Да. Пропитки. Пропиточка. В общем, супер. Вон супер. Плащи, все, что хочешь. Ассортимент шикарный, цены. Есть в Тоскане. Тоскана, угу. То есть это большой толстый мех. Ага. Ну, то есть вот получается, видите, вот такой вот мех, это уже Тоскана идет. Да. То есть она и внутри такая, вы понимаете? Вот, угу, они идут, смотрите. Если вот для зимы теплее не бывает. Ой, супер. Это, угу. Здесь вообще это... Это очень теплый мех. Вещь. Изнутри мех получается. Да, в общем, там... ребята, едем на море и идем на 7 километр. Отовариваемся. Цены просто зашкаливают вниз. Сейчас вот, да? Вот эти вот жилетки, угу, по $120 вот эти метровые. Метр в длину и $120 натуральные. Да. Натурального меха жилеточки. Все цвета. Вся цветовая гамма. Есть, а? По 1,20 м. А, 1,20 м чуть-чуть подороже, да? Ну, цены, в общем-то, всем понятны. Ребята, мы прогулялись по кожаному ряду, показали вам, рассказали цены. Так что рынок 7 километр всех вас ждет, кто приезжает в Одессу, кто приезжает на море. Цены вы видели, цены супер. А мы с вами ненадолго прощаемся. Всем пока-пока, заходите на наш канал, ставьте лайки.